принтер HP полосит? Как это исправить? Покажем на примере HP 319. Убедитесь, что при печати вы выставляете максимально возможное качество. В режиме черновик или стандарт полосы на изображениях допустимы. Полосы при печати могут возникнуть из-за длительного простоя, или же у вас просто заканчиваются чернила. Необходимо промыть картриджи. Для этого понадобятся салфетки, блюдце, промывочная жидкость и шприц. Отключите устройство от сети. Откройте крышку и достаньте картридж. Мы покажем на примере черного. Подсохший картридж будет оставлять сухой след на салфетке. Добавляем в него чернила с помощью шприца через уплотнительную резинку. Кладем картридж в промывочную жидкость так, чтобы она не доставала до контактов. Оставляем минимум на 2 часа. Проверяем оттиск на салфетке. Если след слабый или отсутствует, верните картридж в промывку. Оставьте на сутки и периодически проверяйте, не изменился ли оттиск. Когда картридж оставит хороший след, проверьте контакты. Они должны быть чистыми и сухими, и установите его. Если после процедуры полосы все равно остались, вам необходимо заменить картриджи на новые. Заходите на «Оригиналом нет». Мы точно знаем, какое устройство нужно именно вам.